Всем привет! Всем привет! Мы с Милашей рады приветствовать вас. Пока каникулы. Милаша переехала к нам, поэтому готовим. И теперь у нас канал «Я и Милаша» называется. Так, у нас сегодня голубцы, только необычные, без томата, но зато с белыми грибами. Очень вкусно, свежее и полезно. Все слышали? Так, здесь у меня рис. Я его сварила до полуготовности и добавила фарш, половина свинины, половина говядины. Великолепные белые грибы. Милаша нам их порезала. Да. Видите, таким хорошим кубиком. Я их немножко отварила, и теперь мы их порезали. Милана сейчас их хорошо перемешает. Дальше. Сегодня у нас есть один секретный ингредиент. Я пока его здесь так аккуратно накрыла. Так. Капуста у нас сегодня савойская. Смотрите, она какая. Савойская. Да. Я ее на одну минутку в кипяток и теперь в холодную воду. Пока Милаша замешивает фарш, мы капусту ложим на бумажное полотенце. Сегодня мы сделаем один большой голубец. Очень. Вы можете, конечно, сделать маленький, но нам хочется сегодня так. Хорошо нашу капусточку, чтобы вода с нее лишняя стекла. Вы еще не догадались, какой у меня секретный ингредиент? Голубцы получаются настолько ароматные, остренькие, кисленькие. И сладенькие. Ну все, да, вот, капуста, я думаю, у нас готова. Убираем мокрое полотенце. Так. Все, фарш у нас готов. Милана прекрасно справилась со своей задачей. Мы убираем у листьев эту толстую часть, которая совершенно нам не нужна. А в савойской капусте, да, она прямо такая гигантская. Посмотрите, какой корень. И твердая. Да. Но мы не будем выкидывать. Мы ее будем использовать в салат. Она еще нам пригодится. Да, мы ничего с вами не выкидываем, вы же помните. Мы все используем. Так, удалили все ненужное, твердое, которое совершенно нам будет мешать. Так. Вы можете спокойно сворачивать, как обычно, вот такой голубчик. Но у нас сегодня он красавец, и просто голубой. Королевский, да, и мы хотим очень красивую такую форму. Можете добавить лучок маринованный сверху. Это очень будет вкусно. Что это такое у нас тут черненькое? Какое-то ненужное. Так, посмотрите, какой у нас красавец будет. Выкладываем фарш. Угу. Вот. Так, Милаша помогает. Думаю, хватит. Потому что у нас он распадется немножко. Так. Можно еще, наверное, немножко. Нам нужно сделать такой, видите? У нас сегодня королевский голубец. Ну, это понятно, что можно сделать десяток маленьких. Вот. Ну, очень много, конечно. Здесь, да. Конечно, хватит вам на все. Так, это давайте, с какой мы начнем? Вы видите, какой он ходит? Красавец! Мы заворачиваем. Королева! Наш... Да. Голубчик. Аккуратно и красиво. Самое главное, чтобы у нас он не распался. Угу. Можем закрепить шпажками, например, чтобы немножко он держал все-таки форму. Вот так. Вау. Вот. Видите? Берем емкость. Я на дно немножко добавила водички. И будем... Добавляем теперь наш секретный ингредиент. Заквашенная капуста. Правильно, Милаша говорит. Квашеная капуста. Один раз попробовав такой рецепт, это оказалось очень вкусно. Во время варки квашеная капуста отдает свою остроту, сладость, кислоту голубцам. И это получилось очень вкусно. Сверху выкладываем наш супер голубец. Так, закрепляем. Накрываем крышкой. Я не солю, так как капуста очень сама по себе соленая.
и ставим на плиту. Варим до готовности. Но так как рис у нас уже полуготовый, то я думаю, минут 15-20 силы хватит. Да. Ставим на плиту. Ну, вы же знаете, что у нас волшебная кухня. Да. И у нас та-дам, сделано. Готов. Запах квашеной капусты. Слушайте, я сама слышу, как да. Сок варенья. Берем красивую тарелочку. Вы видите, как она по-королевски глядит? Выкладываем квашеную капусту. И сверху красавчика наша, видите? Капуста держит форму. Но мы с вами сейчас добавим ароматную сальсу. Посмотрите, как это красиво. Так вам будет видно. Как это фирменно, вкусно и полезно. Да. Так, вытираем. Работаем быстро. Так, я немножко добавила соли и растительное масло или оливковое. Добавляем зелень, салатный перчик. Салат. Добавляем любую вашу любимую зелень, овощи. Придаем нашему блюду яркость, так как капуста савойская, хоть она была очень зеленая, но видите, она все равно немножко потеряла цвет. Вот такой есть великолепный желтый помидор. Зелень. У меня это укроп и листья свеклы. Так, крупное, что у нас вышло. Все, соединяем. Хорошо это перемешиваем. Сочно и очень ароматно. Вытираем рабочую поверхность и продолжаем. Как вам такой голубец? Очень вкусный, нежный и полезный. С белыми грибами, с квашеной капустой и без томата, без сметаны. Вы можете сейчас добавить сметану. Смотрите на эту красоту. Не забывайте подписываться на наш канал. Приятного аппетита. Ставим лайки и подписываемся. Потому что мы всегда готовим только фирменные блюда. Вкусно, да. Всем пока.